истинные петербуржцы это понимают и ходят в консерваторию на все концерты. Тем более, что это бесплатно. Кстати, именно из-за этого консерватории нет денег. Чтобы вас как-то подготовить, несколько анекдотов от Семёна Альбова. Итак, прошу. Добрый вечер. Мужчина, у вас такие длинные пальцы. Вы что, пианист? Нет, я просто пробирки мою. Спасибо. Сегодня сыграли первый концерт в этом составе на этой сцене в своей жизни.